Здравствуйте всем! Привет всем, мои родные, мои дорогие подписчики! Сегодня мы с батей ужинаем пловом с грибами. Не обычный плов, а с грибами. В этом плове есть грибы и мясо. Грибы, мясо. Мы соединили грибы и мясо и болгарский рис. Плов с грибами. Всем подписчикам канала Руслан Гительман ПТ. Благо, здраво, радости, удачи, благополучия и счастья. А также пиво Оболонь. Я такого не видал. Руслан первый раз взял. Подписчики говорят, что много где оно есть. Но у нас, наверное, в Хакасии, видишь? Светлое, у нас в Хакасии оно новенькое, да? Светлое. Может, в Хакасию то, что начали привозить, правильно? Может быть. Ну, смотри. Я часто и в том магазине, и в этом. Брал, нигде не было. Не было. Не попадалось. А вот первый раз у Булона видел. Многие в комментариях писали, говорили, снимай видео, чтобы было видно чашки, видно то, что вы обедаете, то, что вы ужинаете. Чем вы ужинаете, чем вы обедаете, чтобы глянуть в чашки. А не то, что у нас видно одни рты были, как мы вилку несем ко рту, как ложку ко рту несем, как жуем. И борода наша, лицо вот это снизу было только видно. Ну, вот так в основном. А теперь видно весь стол у нас. Будем пробовать, оценивать, дегустировать на вкус и аромат плов с грибами. А также Оболонь. Оболонь. Батя первый раз пробует. Кстати, я первый раз тоже пробую пиво Оболонь. Кстати, я его первый раз пробую. Я первый раз пробую пиво Оболонь. А чё, почему? Нормально. Плов хоть и с грибами, но в нем есть и мясо. Также мясо свинины. Грибы были куплены на 30-м рынке. Шампиньоны, да? Да. На 30-м рынке На 30-м рынке в магазинах мы брали эти грибы. Не очень вкусные. Вообще оригинально. Да, плов с грибами. Как-то это необычно. Необычно. А плов же это блюдо армянин, грузин. Да почему всего Осетин. Востока? Узбек, киргизы, казахи, все. Грузин, армянин это же тоже, да? Ну, это кавказские больше шашлыки. Вот это. Да? Плов больше восточный. Восточный, да? Ну, вот, короче, восточное блюдо. Но. Все, кто глядит нас с востока, попробуйте плов Казахстан, с грибами. Казахстан, скажите всем, пусть попробуют плов с грибами. Кто с востока? Попробуйте, еще добавьте грибы, и будет оригинально. Надо сперва грибы пожарить, потом добавить и готовятся грибы. Потом готовятся в рисе, в плове. В рисе. Рис. Кстати, многие нам передают привет из Казахстана. Говорят, с Казахстана большой привет. Уважуха с Казахстана. Балдежа желают в Казахстан. Это я то, что сказал, это разные люди говорили. Что-то больше всего я рассчитывал больше всего, что Москва столица. С Москвы будут говорить, больше всего писать. А оказывается, больше всего пишут с Казахстана. Ну, то, что уважуха с Казахстана. Привет вам с Казахстана. Вы четко видосы делаете. С Казахстана, оказывается. С Москвы, конечно, это больше, но пишут больше с Казахстана. Давай сейчас за Казахстан. Вот давай за всех подписчиков, за каждого подписчика, кто ставит лайки. Кто ставит дизлайки? Лайки. Кто пишет хорошие комментарии, кто пишет плохие комментарии. И одновременно мы пожелаем блага, здраво, радости, удачи, благополучия и счастья Казахстану! За Казахстан! За все города Россия. В Казахстане! И за Россию. Казахстан же это республика, правильно? Это теперь государство. Это государство. В государстве Казахстан сколько городов? Много. Много? За все города в Казахстане. Вообще четкое государство, да? Ну. Давай-ка историю маленькую. Я не знал, что это государство. Я думал, это республика или страна. Раньше была республика, теперь это государство. Я думал, или страна, или республика. Почему стало государство? Чем различается? Ну, страна и государство. Страна также.
Страна Казахстан и государство Казахстан. Сегодня мы с батей ужинаем плов с грибами в 9 часов 55 минут. Ну, и не 55 минут, и не 50 минут. До 10 часа. Где-то 53-54 минуты или 52. Вот, скорее всего, так, в 52 минуты. Да, в 52 минуты 10-го. 52 минуты 10-го, правильно? Ну. Потому что не на 50 минутах, не на 55 минутах, а как-то вот 52-53-54 минуты 10-го. Вот. Как плов с грибами. Ну, оценим. Отлично. Мы же пробуем, оценим, дегустируем на вкус, аромат. Плов с грибами. Вот батя посоветовал восточным странам, восточным городам, восточным людям попробовать добавить грибы. Чтобы немножко разнообразия было. Да. А если многие скажут, они, потому что есть рецепты, скажут. Вот как-то вот изменять не хотим рецепт. Но на это мы скажем. Нельзя то, что это... Вот рецепт, да? Нельзя то, что оставлять рецепт. Можно его улучшить. Конечно. Можно его сделать вкуснее. Будет новый рецепт. Да. Нельзя оставаться на одном рецепте. Надо улучшать блюдо. Если не будете улучшать блюдо, не будете добавлять новое в нем, рецепт останется рецептом. Плов обыкновенный, он остается обыкновенным. Но, если вы добавите грибы, рецепт получается плов с грибами. И получается новое блюдо. Вы создаете новое блюдо. А старый рецепт вы не трогаете. Старый рецепт плова как остается старым рецептом. Новый рецепт создается. Много можете еще рецептов создать. Например, уха, правильно? Уха. Она делается с рыбы. Рецепт. В нее ничего нельзя добавлять. Ну, там, кашу всякую и рыбу, да? Можно рис добавлять. Рис, кашу всякую, вот это, но... Уха по-разному делается. Да, если туда что-то добавить, можно улучшить рецепт. Уха останется, уха, рецепт улучшится. Есть даже это... Этот, ярмарка, на ярмарке там мясо вкусно. Ували. Первый раз слышу. Ну, и все по-разному варят уху, даже на победителя. Угу. Дай передадим привет всем подписчикам. Но мы бы хотели передать привет. Алла Захарова, передаем тебе привет. Алла Захарова, передаем тебе привет. Благ, здравого, рассе, удачи. Благополучия, счастья, Алла Захарова. Валерия Кузьмичева, благополучие и счастье. Наталья Кант, передаем привет. Благополучие и счастье тебе, Наталья Кант. Валерия Кузьмичева, Алла Захарова. Кстати, Алла Захарова, Наталья Кант и Валерия Кузьмичева. Балдежные девушки, да? Mm. И это, ну, они из антихайпа. Батя в антихайпе, конечно, обязательно. Всегда общаемся. Это, батя за антихайп, я за антихайп. Давай. Я, конечно, маленько в другой футболке. Ну просто а какая разница, парни, равно? Вот Wild West, есть группа Wild West. Сейчас расскажу. Есть группа Wild West. Парни мне позвонили в Skype. Ну, это давно было. Еще до того, как прислали все это. Там заразговаривались, они сказали, давайте. Давай мы тебе пришлем там футболки, еще вещей, ну там кепку, все. Я говорю, ну присылайте, давайте, конечно, четко будет. Я отправил адрес, прислал. Я нашел Wild West чаще, потому что парни же из этой группы Wild West же старались, правильно? Дикие дорожки, называется Дикие дорожки, Wild West. Они старались, они посылали посылку, они ждали, когда она придет. И просто к ним уважение, к этой группе уважение из-за этого... Я ношу футболку. Ну. И прошу прощения у антихайпа, то, что я да не стал одевать уже долго антихайп. Да мне стыдно даже. Да. Потому что мы с батей за антихайп. А вот парни из Wild West прислали, вот старались, вот из-за этого как-то стал носить. Ну ладно. Давай тогда выпьем за антихайп. За Виктора СД, за Виктора Девиксмана, за Букера Де Фреда, Букер Де Фред тема вообще, за Федора, за Федора, Букера Де Фреда зовут Федор, да. За Федора, за Ханза Майя, давай. За Фалин МС и за Славу КПСС.
Ну, теперь пробуем, оценим, дегустируем вкус, аромат плов. Ну, мы же пробовали. Сегодня 2018 год, 24 декабря. Кстати, сегодня уже 24 декабря. 2018 год, 24 декабря. 24 декабря сегодня. Мои родные, мои дорогие, плов очень вкусный. Многие писали в комментариях, ну, поставьте уже камеру, чтобы видно было чашка, чтобы видно было, вот, как вы едите, как вы пьете, ну, а то видно один рот. Ничего. Многие удивляются, а что это за контент? Как два мужика жуют, не видно ни чашек. Сперва стакан идет, потом вилка с едой. Многие удивлялись, честно писали. Вы что, подписчики? Зачем это надо, чтобы посмотреть, как два мужика едят? Ну, блин, вот теперь смотрите, у нас чашки. Все как положено. Наши родные, за вас. Ну, мы показываем то, что... Вот мы показали это блюдо. Вот человек сготовит это блюдо. Если школьник, он родителей попросит. Если студент, он постарается сам сготовить. Если взрослый мужик, он вообще классно сготовит, правильно? Ну, если студент, конечно, ему надо поучиться поготовить, правильно? Как думаешь? Да. Вот подписчики писали в комментариях, побройся. Я побрился. Ну, как я побрился? Отлично. Писали в комментариях, подстричься. Я подстригся. Мне приятней. Здесь я побрился, мне приятней. Подстриг голову, подстригся. Мне приятней. Писали в комментариях, поменяй футболку, она очень грязная. Я поменял футболку, ее часто стираю. День через день я стираю. Говорили, писали в комментариях, помойся ты уже. Пошел помылся в душе. Конечно, до этого я не мог помыться в душе, потому что у нас было сломано отопление. Сломаны были трубы. Не могли мы помыться. А потом я пошел мыться, когда мы наладили. За вас, мои родные, за вас, мои дорогие. Спасибо, кто пишет хорошие комментарии. Спасибо, кто пишет плохие комментарии. Нормально. Кто ставит лайк, кто ставит дизлайк. Кстати, в магазине «Магнит» в республике Хакасия, в городе Черногорске. Недалеко от 30-го рынка взял. А суть контента в чем? В том, что... Сын ждет отца на ужин. И мы собираемся на ужин поговорить, со страной пообщаться. А в основном показать, какая очень вкусная еда есть. Какую надо сготовить, а какую не надо. Какую надо посоветовать, а какую не надо. Антихайп. Благополучие и счастье. Продвижение. Мы бы с батей хотели очень оригинально. Очень отблагодарить, сказать спасибо, поблагодарить. Правильно? А как говорится, отблагодарить или поблагодарить? Отблагодарить. А мне кажется, поблагодарить, сказать спасибо от всей души, от всей сердца. Дали нам стремление, старание, чтобы мы продвигались. Показали нам, что мы все-таки тоже чего-то стоим. Нам это показали. Антихайп. Когда спели на сцене Санкт-Петербурга песню, когда Виктор СД написал эту песню, когда в Москве спели, а потом опять в Санкт-Петербурге, вот это нам дало стремление. Вот я создал новый канал Рустам Гительман ПТ. Давай за это. Давай. Вот этот канал я создал, потому что Виктор СД, Виктор Гевиксман, мне дал большое стремление. Большое стремление, что... Я смогу поднять новый канал, что я смогу снимать такое же балдежное видео. За Виктора СД, за Виктора Гевиксмана. Он написал эту песню. Он дал надежду, стремление, старание. Что? Букер де Фред, его друг. Букер де Фред, его очень балдежный друг, Федор. Что парни из Хакасии, из Сибири могут тоже чего-то... А Ханзамай... Это мощь. Придать какое-то веселье и, как говорится, интерес какой-то.
в жизни. А Ханзама чтобы... это вообще балдежная мощь антихайпа. Ну, все в антихайпе. Балдежные мужики. Давай за балдежных мужиков антихайпа. За балдежных мужиков будем пить мы. Антихайпа. Все сейчас скажут в комментариях. Почему вы за нам привет не передали? Вот в комментариях скажут. Давай. За всех подписчиков, кто подписан на канал Руслан Гительман ПТ, кто глянул, оценил наше видео, кто поставил лайки, кто поставил дизлайки, кто пишет хорошие комментарии, кто пишет плохие комментарии, передаем вам привет, благо, здраво, и радости, удачи, благополучия, счастья. За всех подписчиков. За всех подписчиков. Сегодня 2018 год, 24 декабря. Приближаемся к Новому году. Скоро будет Новый год. Давай пробовать плов с грибами. Да, плов вообще обалденный с грибами. Мы сказали людям Востока, жителям Востока, очень важно, пробуйте изменять свои рецепты. Но старые не изменятся, они останутся. Ну, конечно, на праздники у них традиционный плов настоящий. А вот иногда вечером поужинать можно изготовить и изменить. Старый рецепт, он останется старым рецептом. А новый-то просто можно улучшить. Не, я имею в виду, на ужин можно сготовить и что-то добавить такое оригинальное. Изменить, да? Ну да. На праздники, конечно, у них строго все по, как положено. Вот это, даже рис болгарский. Ну да. Очень вкусно. Да и это оболонь-то ничего. Оболонь. Первый раз попили. Кстати, это пиво пил Влад Савельев. Да. Он любил это пиво Влад Савельев. Но я не знал, что оно есть в Хакасии. А может, в Хакасии его и не было, просто сейчас начали завозить. Ни разу в Хакасии, ни в одном магазине я не видал оболонь. Влад Савельев его пил. Влад Савельев пил его. Многие знают, по Владу Савельеву вот это пиво. Влад Савельев, передаем тебе с батей привет. Благо, здраво, расти, удачи. Классный блогер. Вообще четкий мужик. Влад Савельев. Ну, вот. За Влада Савельева. Кто знает Влада Савельева, вы четкие. Он вообще балдежный. Всем пока. Давай попрощаемся с зрителями. Мы продолжаем ужинать, но мы показали, что плов с грибами это вкусно. Все, да. Камера теперь балдежна, все видно, как чашки, кружки, стаканы. И корона короля. Обычного, просто человека, жителя Хакасии. Просто обычного жителя. А это можно просто показать то, что... Мы просто люди. Какая корона? Это глупости. Мы просто люди. На. Всем пока. Мы просто люди, балдежные просто. Обычные.